Ребят, всем привет! Это гараж ремонт Сергиев Посад. Сегодня приехал в гараж после работы. Будем сегодня ставить печку. Купили все для печки, вытяжку и так далее. Вот сзади меня мы уже разобрали. Будем ставить туда печку, ту, которая стоит сзади меня тоже. Вот. И стараемся сегодня уже поставить. Там, в принципе, немного дел, но все равно надо будет. Вот оно место. Здесь будет внизу печка стоять и выход туда будет. С этой стороны будет, с другой стороны будет стоять компрессор. Так, сейчас мы будем примерять, возьмем вытяжку, будем смотреть как что, куда колено какое и как отмерять. И будем пробовать ставить, вырезать дырку. Так что смотрите далее. Так, вот мы купили какие запчасти к вытяжке. Нержавейку. Недорогое. Она, ну, недолго продержится, но все равно. И недорогое особо. Где-то вот это вот все можно купить 1000 за 2. Три колена по метру. И полметровый такой колено. Это который будет, вот это из гаража будет выходить, а вот эти будут уже вверху. И вот такой вот типа асбест, что-то наподобие такого купили, который будет прокладываться. И железо, лист железа тоже купили, будем там по кругу делать. Сделаем вот тут сбоку и здесь сбоку. И вдоль вот так вырежем, где труба будет идти, чтобы не нагревалась. Эту стенку мы уберем. Здесь сделаем небольшой ящик для дров. Ну, я думаю, нормально пойдет. Проверим, как она будет топить. Если будет плохо топить, то мы поставим буржуйку уже. Не буржуйку, а поставим, ну, или да, буржуйка она там, не помню, как называется. Поставим с батареями уже будет. Здесь будем ставить. Тут две батареи и тут батареи. Если будет плохо, говорят, будет должно хорошо греть. Вот. Так, начинаем ставить мы печечку. Вот у нас как получается. Вот так она будет у нас стоять. Здесь мы нержавеечку прибили. И сзади нее прибили. И вот пойдет труба вот сюда в кирпич и наружу там будет. Вот эту сторону мы уберем, чтобы все дуло сюда. Так, ну вот, ребят, как у нас получается, поставили печку, трубу, дырку сделали. Сейчас покажу, на ту сторону мы тоже уже вывели, еще не до конца, если вам видно будет сейчас, темно уже на улице, вот она. И вот она сейчас вверх туда пойдет. Так, ребят, вот поставили мы печку, печку с той стороны, вот где у меня сзади там, я говорил, буду ставить печку, я ее снял. Поставили трубу, она к соседке начала дымить. Соседка начала ругаться, мы ее переставили. Сейчас я вам покажу, куда. Вот, мы поставили сюда в начале ее печку. Вот, считаю, вход. И сюда. Туда-обратно мы поставили компрессор. Нормально. Проверяли, жарит. Трубу мы вывели туда и вверх, и еще туда. Завтра покажу, сниму. Вот.
Сегодня будем чинить Мерседес. Купил я на него диски задние новые, тормозные, колодки. Будем менять сегодня. Начали мы делать одну сторону левую. Сейчас я вам покажу, где как. Так, ребят, разобрали мы, сняли колесо, сняли суппорт. У него с той стороны две гайки идут. Ой, стоячки на 16. И вот с той стороны вот эти вот две отсюда откручивать. Потом, чтобы снять диск тормозной, нужно открутить вот такую гаечку шестигранником. Вот так откручиваешь. Вот. И потом его так тихонько подбиваешь. Там же здесь он уже, наверное, у вас заржавело все. И все. Сейчас как. А, еще чтобы снять колодки, надо выбить вот такие шпонки, типа. Вот. Одну выбили, вторую не можем выбить. Сейчас будем выбивать. Так, сняли мы диск. Вот он у нас. Они, в принципе, хорошие, но какой-то из них поведен, он долбит у меня. Вот. Сняли. Здесь у нас ручник внутри стоит. Когда снимайте, аккуратно так. Ну, там разберетесь. Вот новый диск купил. Вот такой. Сейчас будем ставить. Так, ребят, ту сторону мы поменяли, левую, сейчас правую. Будем откручивать колесико, возьмем вот такую пневмо и будем откручивать колесико. Ну все, Мерседес сделал, поставил на него новые диски, колодки, но не новые, ну оставил старые, потому что они в принципе нормальные, но эти пришли не те. Колодки там у меня с двумя ухами, а тут с один, с одной ухом. Короче, оставил старый, в понедельник поменяю, переставлю. Вот. Фу. Ну, на сегодня все, всем пока.